Мы рады рассказать о новом уникальном аппарате лепарации Мистра из Южной Кореи. Аналогов данного аппарата нет на российском рынке. Аппарат лепарации Мистра – это профессиональный мультифункциональный уход кожи и мощнейшая антивозрастная терапия лица. В набор входит аппарат лепарации, подставка под аппарат, зарядное устройство, 3 пептидных комплекса, инструкция на русском языке. Это революционный антиоксидантный пептид, разработанный корейскими учеными, который оживляет кожу изнутри и запускает процесс аутофагии и более известного как ген долголетия. Принцип аутофагии – научно подтвержденный процесс, и именно он является основой причиной замедления старения кожи. Для того, чтобы приступить к процедуре, мы открываем ампулу. Далее ампулу нужно вставить в специальное отверстие на аппарате. Чтобы начать процедуру, нажимаем кнопку включения. В одной ампуле 3 мл активного состава. Его хватает на одну процедуру. После включения аппарат издает короткий звуковой звук. Для включения микродиспенсационного равномерного распыления нужно нажать на эту кнопку 2 раза. Для равномерного распыления состава нужно держать аппарат на расстоянии 20-30 см от лица. Какие проблемы помогает решить процедуру Мистра? Это дряблость кожи, подтяжка овала лица, мимические морщины, темные круги под глазами, потеря упругости и эластичности, угревая сыпь, акне, купероз, отечность, пигментация, птоз, тусклый цвет лица, глубокие морщины, обезвоживание кожи. Чтобы закончить распыление, нужно нажать на эту кнопку. Включаем аппарат на первый режим. Это длинноволновая световая терапия красным светом. Проникает на 2-3 мм в дерму кожи, повышает эластичность, улучшает структуру кожи, отлично подходит для пигментных пятен, веснушек, покраснений, морщин, обеспечивает упругость и отбеливание. Переходим ко второму режиму. Длинноволновая светотерапия синим светом. Проникает на 1 мм в эпидермис кожи и воздействует на мертвые клетки кожи. Воздействует на акне и атопию, обладает антибактериальным действием, профилактикой терапии экземы, эритемы, акне, расширенных капилляров, идеально для жирной кожи. Третий режим. Среднее и низкочастотное воздействие переменного тока. Обеспечивает глубокое проникновение препарата без прокола кожи, альтернатива мезотерапии. В основе технологии лежит воздействие на кожу при помощи безопасного тока, отрицательных и положительных ионов. Благодаря ему питательные вещества проникают в более глубокие слои кожи, нежели при простом нанесении на поверхность эпидермиса. Это способствует усиленному питанию и увлажнению клеток. На этом наша процедура закончилась. Мне понадобилось всего 20 минут.